О новостях спорта расскажу вам я, Глеб Ильинский. Здравствуйте. Донецкий «Шахтер» выбил киевской «Динамо» из Кубка страны. Волею жребия два лучших клуба Украины скрестили шпаги уже на стадии 1/8 финала. Этот матч был особо важен для горняков. После ничьи с «Зенитом» и поражением от «Металлиста» в чемпионате страны стали говорить о системном кризисе в команде. И подопечные Луческу в отчетной игре продемонстрировали, что слухи о кризисе слегка преувеличены. Гости уверенно смотрелись на стадионе имени Лобановского и теперь отправились в Санкт-Петербург на матч группового турнира Лиги чемпионов в приподнятом настроении. Больше новостей спорта на нашем сайте www.tbn-tv.ru. Я же прощаюсь с вами и будьте в форме.